15 минут сбора рейда, ну ладно, это куда ни шло. Остается леди с первого трая убить. Как сейчас подбиваешь леди с первого трая? Чаще, чем ты мог подумать. Я не умею думать, я как. Я понял. Ты робот, да? Робот. Когда робота убьем? Робота. Прям сегодня убьем. Не, мне кажется, 100% не убьем с первого трая. Леди. Много людей слишком новых. Да. Но шанс есть. Шанс хороший. Сейчас заставим обязательно патч поставить. Кто не поставит, блять, сразу сотка ГП нахуй. Я и без патча все сделаю. Так. Значит, сотка сразу. Давай, давай, давай. Тут люди с патчем взрывают. Вот именно, что люди с патчем взрывают. А мы будем делать квест на великана ледяного? Сделаем, сделаем. Летим в инст, через 2 минуты чекаю на ФК, и будет ГП за ФК. Начнем с 25. Так, вот, что мне получается в холика спекаться, да? Я хуй знает, с Эламаунтом договариваюсь. Ну, раз он ДЦшник. Он ДЦшник. Ну, я патч пошел ставить. Патч можно на трэше поставить перед леди. Сейчас, да. Сейчас надо бить трэш до ребра и бить ребро. 10 человек как минимум тут нету, нахуй, или 8. Какого хуя? Чек на ФК, короче, поехали, нахуй, я ебал такую хуйню. Сейчас, блядь, замену достанем. Ты будешь ГП давать тому, кто не нажмет? Ведь тебе тоже могу дать просто так. Что за компания получится? Ну, ты и рарника нету, нахуй. Нормально трэш чистим. А рарник что-то за постой начал сейчас АФКшить. Он принимает на 29 секунде. А, всегда так? Имейте в виду, на хиле мне намного труднее все это рели, что-то там анонсить. Так что от вас будет дохуя чего здесь зависеть. Будете хуево играть, ну, духов там хлопать, что-то не делать там, что надо по тактике, ну, будет ГП, значит. Что имейте в виду. Слава, я так и не понял, зачем тебе таких игроков 10 штук, как я. Ты когда-то сказал. Чтобы они все, блядь. 22-42 ливнули, 10 человек, игро. Да. Ну, хотя бы в льду заходят, помогают, блядь. Хотя бы это. Льда, это важно. Тут соглы. Кто не соглы? Меня и трахают, ну. Нет, я тебя в обиду не дам. Я это Сержу скажу. Да его тоже не дам обиду. Я тут сейчас все устрою, блядь. Миротворец, блядь. Танатос. Танатос, ты где, блядь, нахуй? Ты будешь лететь в инст? Давай лети, блядь. Ого. Мы уже у ребра, если что, стоим. У тебя минута, нахуй, долететь есть. Уже ребра падает. Сейчас пока банки раздавать будем. Ребро ложит уже по одному всех. Шалфир, у тебя есть банки? Хульдринг, у тебя есть банки? 8. Нету. Я качал, хожу до сих пор, нет банок. Такс. Там это, у Бен Стиллера блок питания взорвался, мужики. Я понял, а. Откуда знаешь? О, сюда. Он мне только что написал, он мне пишет, ебать, Димон, прикинь, мне блок питания взорвался. Я ему пишу, как с дымком. Ебать, наконец-то отдохну. Так, ну Шалфир, вот тебе 30, по 2 пока раздавай. Да ему напиши, нехуй было ливать в гильдии. Да нет, это скорее всего он присоединился. Так он не ливал. Там 400 человек. А где Shadow Knight? У него проходка есть вообще на этого? Че он? Он на работе, пилот. Так, а у Shadow Knight, по-моему, есть проходка и туда, есть. И туда. Так, Хульдринг, вот тебе ДДшников. Это, по 2 пока давайте. На 2 часа ближайших. Там глянем. А чё, кто ливнул, кстати? Шалфир. Он вроде не ливал, он вроде остался, не? Он оставил заявку в No Mercy, его приняли. Кто? Кто? Бенсиллер. Чё, блядь? Бенсиллер ливнул? Да. День назад, наверное. И криптоэвил, блять, ушел с игры.
с игры ушел. Ну, удалил вообще перса. Ну, криптоил не первый да раз. Вы, да вы гоните меня какую-то хуйню. Серьезно, тебе говорю, кто тебе пиздеть-то будет? Дайте ассисты, Оль. Кому да, фласки выдавать? Телефон девушки. На кого? Кому фласки? Кому трейки? Мини фласки, холидринг. За СПД шалфир, холидринку за АП. Понятно, Крит. Блядь. Пидоры кинули нас, нахуй. А криптоэвил ливнул или просто не заходит? Он работает, кто-то говорил, вахтой. Поэтому... Понятно, нахуй. Он и так уходит. На СПД у кого? Но он возвращается у нас. Что там, кому трейд? Кому еще? Тонат, у тебя 20 секунд остается. 19, 18, нахуй. Не успеешь 500 гп, блядь. 17, 16, 15, нахуй. 14. Давай лети быстрее. Ему лететь еще 2 минуты, блядь. Переживаю, не бежать 5. В минус. 12. У кого на стел дамагу, я не пойму, еще раз скажу. У холидринка на АП. Какой я знаю, 150. Тебе что, голды дать? СПД у ШП. Короче, смотри, если короче, на сурке дашь 25к, дам 5000 голды, нахуй. Что там? Чё, хопас. Слава, отойду на минуту. Есть масло у кого забыл купить? Не, наспел дамагу, это мне не надо. Слышу, нет, бутылку. Тут новая рога, объясни по тактике, если чё. Новая рога? Дима Траво. Дима Траволта, смотри на Седжу, делай как он, нахуй. Вот и вся тактика. Займись, не Дима, Паша. А не имя Паша. Потому алло. Что так надо, запомни, не поймешь. У него чешка с обычки есть. Т4 есть. Артём, ты здесь? Фулл 45, а нет, 260 кусок есть. Один 260. Ну, нахуй, ясно, блядь. Дай бог в льду не зайдете, сука. На следующем году. Ах, вот он пес, а. Ну-ка заходи на свой облечен. Такой, ладно, я понял. Вулгрим, а у него проходка есть? Не знаю. Так, вроде не было. Ставлю рыбу. Этот призон спекнись в этого в хила, нахуй. Я не уверен, что там с зордом будет. Он, нужен щиток дополнительный по танку и спам волны в помощь. А то вдруг на шипе буду им попадают, нахуй. Принимай. Слава, перекинь-ка Трищу вместо Мэтфокса в первую пати. Я тебя прошу. Угу. Рарник. Рарник. Чё, хочешь 100 уровней затусить, да? Ёбаный, чё я делаю, блядь? Вот так. Паладин МП дайте, пожалуйста. Всё. Так, я, короче, каски давал, вы кто чё даёте? Я прото. Ну, прото... Крестам, каски, МП, прото пожалуйста. Не надо, надо кулаки и кресты, чтобы были. Надо, вон, ДЦшник есть. Давайте сделаем так, чтобы все было, чтобы не вот это не пиздели. Или давайте я кресты буду давать, а вы каски и кулаки. Ну я, ладно, кресты раздам. Че, я тогда каски. Перебафую на всякий случай, то вдруг кто-то там с вас каски бафу. Кто больше это заплатит? Серию. Бесплатно, дайте, я туда. Ай, дайте столик. О, столик. Сейчас возьму, жратую все. Так. Почту может кто-то поставить? Очень долгая подготовка. Да, пиздец. А прото на престах можно было оставить. Блять, определитесь, а? У вас три паладина. Ладно, сейчас. В Юлю. Рарник, по престам дашь крест? Че вы там, блять? Проверка завершена, пишет. Все готовы были, я хуй знает. Так, раз все готовы, тогда даю отчет. Эта тарелка не его закидает, чисто. Кто третий танк? Лидеры. Не стойте в глыбах, нахуй, в этой хуйне. Блудни, а Вилаша в полидере. Понял.
Раз снайпрок не сразу скажешь. Блять, шип разобьем с хапала или нахуй надо, бля? Алло, нахуй. Чё нахуй? Bone Storm cast. Bone Spike cast. Чип справа на ханте далеко. Bone Spike cast. Сержу где-то поясни. Bone Storm cast. Мир придуман не нами. Yes. Че там, ману резайте как-то, вот призн сухой. Какие таланты пропадают. Исправляйте. Поставь тотем, тотем. Все, киндам. Bone Spike cast. Bone Storm cast. Bone Spike cast. Шипы, играйте. Служи, выйдите все. Хапала быстрее. Bone Spike cast. Ты сколько лутает сейчас? Продолжим. Если его нет, то шел фер. А сколько? Эх, не упал. Ты когда кнопку распыл добавишь, а? Когда? Или ролл?
Я пошел патч ставить. Давай, давай. Ну вот эта хуйня бесполезная, она идет в распыл. Что, шип бесполезный? Серьезно? Я бы не сказал. Шип с книжкой из Джайны — это самая мощная комба, которая дает больше СПД, даже чем тебе самый топовый посох на данный момент. Да. Ну а травма? Травма тебе что? Травма лучше хиляет? Нет, я просто сейчас объясняю. А, ты про ДД? Я про ДДЦ. Не сдохните на трэш, тоже панч поставлю. Боря спрашивает, кто слот уступит ему вообще, осколки как бы лутать. Я могу уступить. Ну, Шалфир уже лутает. Я хуй знает, кто уступит. Шалфир уже лутает, смысл тебе КД ловить? Я хуй знает. Ну, так ему осталось там сколько? Два сколько? Ему там куню осталось, да, ему же там куню на шейм осталось. Ну пусть заходит, я хуй знает, кто уступит. Он на ДК пойдет, да, получается сейчас? Ну да, да. Да. Эх, я думал на паладине, так я почитал. Смотрите сами. Ты говоришь, что тебе шмот, блядь, с ЛКХМ нужен. Говоришь, почилить хочешь. Что за бред? Мне я шмот не нужен, мужики. Я... Мне ЕПшка нужна. Забей, я противоречивый человек. Я уступлю. Третью неделю, говоришь, ты ему 8 шмотов надо. Уже 6. На Милика менять такое себе. Милика только поменять. Кто из Миликов офнится? Кто здесь может офниться? Или тебе так сильно нужен БР? Да как бы похуй. Нет, давай, за... давай поменяйтесь. Не столько БР, сколько вихрь. Ну там, блять, три друида есть. Не знаю, что будет с вихрями, нахуй. Быстренько, Равист, гайд проводи карбонари по вихрям из Ози, чтобы у обоих был макрос на таргет по моусоверу, блять. Таргет равно моусовер. И там был смерч, нахуй. Чтобы эта хуйня, вы на панели видели, на кого кидается метка, кто в контроле, и свою назначенную метку контролили. Но я вижу и так, оно же там цепи рисуются. Я еще раз объясняю. Мне нужно, чтобы у тебя был макрос, и чтобы ты до того, как нет человек... Нет макроса. Вот, блядь, копируй макрос, значит. А зачем макрос, когда есть просто кнопка? Ну, у меня выставлена кнопка на панели. Вихрь. Пока он, блядь, выставленной кнопкой тыкнет, там сдохнут люди, нахуй. Нет, у меня она под кнопку, то есть я... у меня. Короче, это... ладно, ладно, я понял. Хочешь сдохнем, мы знаем, кто виноват. Да-да. Не надо, чтобы это максимально быстро было. Контроль. У вас только три друида, блять, при том, что один эрдру, другой кот, нахуй. Это вообще хуёвая связка. Друида. Пока что. Банара, Равист, Мэтфокс, Зози. А, Мэтфокс. Я пятый друид. Точно. Ты чё троишь? Я объебался. Понял тебя. А нахуй ты на рейд пришёл? Я понял, блять. Да, зеленку пособирай. Зачем ты убираешь почну духов вообще? Ничего не понял. Че, я увез? Я был отсюда или нет? Ну, ты хукмастеру согласился уступить, я так понял. Хукмастер где? Кто знает. А, он почитает. Ну, я тогда пошел. Да тут я этот патч устанавливаю. Заебал на мне эту хуйню кидать, сука. Тупой паук. Ты розовый. Ебать, конечно, объяснение, ладно. Понял, да? К тому же лидер рейда. Вот и все. Какой смысл его нагрузку несет эта вещь? Непонятно. Так, значит, со звезды танчит хулидринг, кружок танчит Виланша и блудника, блудника с лестницы моба грипаешь. Твой крайний ближний к лестнице и с лестницы моб. Если фанатик, то просто ЛПшками, если приверженец грипаешь, каз сбиваешь. Дикер, сори. Я патч качаю. Я же из новеньких знаю тактику на рейде 25 гер. Значит, трэш бьют в звезде. Две совы, два мага, два ханта и хэва.
Значит, босса бьют Шалфир, две роги. В кружке милики бьют, значит, Консилятор, Закханыч, Хокмастер, Рарник, Кирсори. Пять человек, кто еще там? И, короче, и Зози, ты, короче, тут в коте бегаешь. По контролю, короче, Равист все квадраты, Мэтфокс все треугольники, Зози все луны. Карбонара на подсосе, если сова в контроле, и контроль кидаешь, или коту. Так, так, Призан в ДД, и тоже в кружке играешь. С Карбонару туда верну. Так ты чё, уходишь? Ты же вернешься. Кто, я? Да, блядь, ты чё, офнулся со мной? Ну ладно, не, я не офнулся, я квадрат отходил. Главное, слабых людей таких, как ты. Главное, не продавай, не пропадай. Не давай, сгину. Пойду продам мозг и пропаду сам. Зорд, смотри за хулидринком. Щит с земли на нем держи. Я в звездочке, да? Угу. А чё пожевать? Маги, столик будет? Блять. Хокмастер, лети в инст. Я б на маги деньги за столик бы брал. Шумона нету, лети в инст сам. Летишь? Сейчас ГПшку организуем. Надо быстрее только. В наших краях за это посылают нахуй. Сильное заявление. Проверять, конечно, я не буду его. Это, три трая максимум. Первый, если, блядь, вайпаемся от духов, по 25 летит. Второй трай по 50, третий по сотке, и дальше уже по сотке будет лететь. Четвертый кик с гильдии. Да. Куда уж больше-то. Все, что вам тут надо знать на контроле, когда три человека берется в контроль, бросаете все, босса, трэш, всю хуйню, разбегаетесь между собой, даете контроль людям. Если вихря нету, кидаете, блядь, овцу, приморозку, миликам, фир, нахуй, все что угодно, блядь, ну, чтобы человек не разъебал вас. И чтобы вы его не разъебали, блядь, это очень важно. Будете хуёво играть, блядь, будет вакханалия, нахуй. Будете выслушивать всякую хуйню. Я хочу этого босса ебануть с первого трая и пойти дальше. С легким сердцем, блядь. А то я чую, блядь, третий ульдуар скоро поставлю, нахуй. Кого? Чё, хочешь один его проносить? Да, нахуй. Не, ну план крутой. Тебе перса создадим хила и будешь там ходить нахуй хилить. Создавай, я просто не зайду в него. Я понял. Ты сейчас так говоришь, когда создадим, зайдешь как милить. Я всегда буду так говорить. Я с уроки не слезу. Он не понимает, да, нихуя? Куда попал? Куда я попал, лол? Где таблетки перепутал? Да. Ну ты щека опять красную выпил вместо синей. Велики, походу, шуток не понимают. Мне кажется, вы зеленые таблетки-то приняли. Хокмастер тут, короче. Проверка и начинаем. Вы лапку не офайте. Кстати, насчет аур. Темную защиту престовскую отменяем, блять. И у одного паладина должна быть защита от тьмы. Вот, молодцы. Рарник принимай. Не вздумайте спулить раньше таймера. Равист. Тури, блять. Шалфир. Ай-яй-яй. Рарник. Я это сделаю, погоди. Рарник, прием. Че там, спулили, говоришь, да? Ну, они уже готовятся, прыгают близко. Пиздец. Ну, я тогда с лестницы подавила, что тянуть буду, мама. Да и ночью. Там этим занимается Закханыч Буднига непосредственно, а не ты. Не трать притяжку. Зорд, это фанатик ушел, Виланш, или у кого с вас в рейд ушел и пизды дает. Зорд, нахуй, хулидринка, хиль, слышишь? Ты ближе к звезде стой туда и хиль хулидринка. Контролем. Подавись ты, главное, за контролем стоял. Пидер себе ебаная баба отдал, нахуй. Трэш теперь охуенно держать, слава тоже. Ну да, понятное дело, блять, получше, чем раньше. Тарелкой поебал у ПКД. Трэш пьем.
Конечно, в 2-3-5 заебись, почему бы и нет. То есть я Симон тарелку не взял еще? Сейчас расхуярю кого-то. Контрольте, бля. Я тебе стан, ебанул. Блин, сейчас расхуярю кого-то. Шалфил что-нибудь дайте, сало дайте кому-нибудь ему. Ровис, что ты за меня убиваешь? Зози ресерарника. Ну стопать будем или нет? Да, будем стопать. Стопать. Сейчас трэш зергайте и переводим. Так, на холдинка даю частицу. Контроль даем. Переводите. Незыбки по КД сдаете. Первую незыбку и ваша. Вторую как босса заберешь Блудника. Трэш. Доки пошли возле трэша в миле. В миле идет. Сука, блудника, мудак, нахуй. Мэтфокс ресовой, да? На меня, вихрь, вихрь, дайте. Сейчас после этой хуни встану. Встаю, защитуйте. Блять, не встаю, ладно. Рви с ресом мордаунта. Встаю, защитуйте Войду. Сука, блудника, пиздец, нахуй. Да вы дауны, что ли? Вы хилить будете, блядь? Да как хули хилить? Там мы пока встали, там дух Азорд хлопнул. Короче, не дай бог. Дух идет к вам. Или, блядь, патч на духов поставьте. Дуки слепые, блядь. Идет в РДД вправо уходит. Вот к миле подтягивается. Лестницы сначала. А Зози контролить никто не будет, короче, он под персобик хуярится. Тихо, ложитесь, нахуй. Ложитесь. Зози двоих убрал. Короче, нахуй. Блодника, нахуй. Давайте, замена, плюсуйте сюда. Пизду вас, нахуй. Зорд, Блодника, нахуй вы нужны, блядь. Бедом прошел. Спасибо вот, за игру, блять. Пизду вас нахуй. Хукмастер в танка. Бидон в рейд. Кто там на замене есть? Кто был там на замене? Рианти тут? Катрисия. А, Катрисия, Катрис. Точно. Давай сюда, блять. Я рот ебал. Это кринж, конечно, сейчас был. Идите, отдыхайте, нахуй. Катрисия плюсую. Сумуна нету до сих пор, так что портуемся, в Долоран летим сразу. Пока остальные покидаем тело, заходим, жрем. А, ща реснет, хант. Зорд, блудника. Чистим глаза, нахуй. Я хуй знает, смотрим стрим, нахуй. Там духи такие зеленые. Если у вас они не зеленые, нахуй, ну. Удачи, нахуй. Идите в 10 гер там учитесь, нахуй. На духах, блять. Они хлопают по всему рейду, вы, сука, стоите как вкопанные и хлопаете их. Всем остальным, нахуй. Следующий трай... камеру, ставим патч на дух. Следующий трай 50 гп будет. 25 я не дал, их просто поменял, убрал с рейда, блять. Они такие ненужные, нахуй, на этом контенте, блять. Патч на духов находится в канале повышения производительности. Там же инструкция. Когда захотите играть, нахуй, ну тогда, блять, плюсуйте, нахуй. Вы готовы, блять, отбежать от духов, нахуй. Два духа зеленых, нахуй, на пол экрана, блять. Вы не отбегаете, нахуй. Вайпайте весь рейд, блять. Спасибо вам, нахуй. Вы разозлили деда. Да я ебал, вот нахуй, сидеть эту каличную хуйню смотреть. Хули толку им проходку делать? Если они, блять, стоят, нахуй, нихуя не кумекают, нахуй. Вот бидон проверенный, Катрисия сейчас, блядь. Они ну, бывает, ошиблись, парни. Бидон проверенный, ну, Катрисия. Чё там, Катрисия? Тоже проверенный, тоже проверенный. Да. Чё там? Катрисия тоже духа хлопает.
Да? Давайте, без обид, надеюсь, нахуй. Ну, если обиды, то мне тоже похуй, блядь. Обиды ебаны. Ответ убил, блядь. Ответ просто... Не, я просто не, блядь, извиняйте, нахуй. Ну, это пиздец, это хуйня ебаная. Вроде как я извинился, а вроде и нахуй послал. Ну, чисто вот, как бы, фрозен. Что, сумон будет или я нахуй лечу? Ты заебал, ну нету сумона, блядь. Нахуй летишь? Ты что, лока видишь вроде вообще? Лока нет. Нет, камень сумона, там портанулся, блядь, 2 секунды и засумонить. Давай, Катриси, заебался, сдавай лока. Долететь ровно одну минуту. Да камня километр добежал, нахуй. Тебе 2 недели, короче. Если, блядь, 20к не будешь давать на локе, нахуй, все, пиздать я. Чтоб, блядь, лока создал, 20к начал давать сразу. Что там за ханыч говорил? Чего у Бена случилось? Фулл крит? Сколько даешь? Блок питания у него взорвался. У меня есть лок, фулл крит, времен Каражана, то есть там 0-4. Так выбей ты 4. Время 8,5 КДПС, когда все дамажили по 5. Все, забрасывай друида. Как же я ору блок питания. Чисто быка взорвали, нахуй. У нас на следующий, когда уже мифик придет. Это чисто за то, что ливнул с гильдии. Он возвращается, да? Ну, он писал, что на следующий, когда уже будет. О, вчера. Плюс лок хороший. Это просто Слава разозлился, кинул ему нагрузку на комп на питание и все. Такой вопрос, ты Слава Мерло? Слава Мерлин. Слава Мерлин, да, все правильно. Слава КПСС. Давай, вот, шипери, так, блядь, этот бетон, я помню, ты тоже хлопал духов, ты как там, нормальное состояние у тебя? Смотри, это самое главное, нахуй. Он не слышит. Невозможно. Так, просто вот эта патч. Он не может где зайти. Патч Roro Z, вот эту хреновину скачать и закинуть в папку с игрой, как там написано, все? Да. Навычек контузом, скорость ведения оружия снижена. Опа! Есть кен, значит, о чем поговорили за тот после этих слов. Так, а дуйте, будете разговаривать в другом дискорде. Даю проверку, вроде все тут. Ёбаный ворот. Катрися, значит, поговорим поборже чуть-чуть. Каску дайте, заебали. Даю. Иначе пробить. Я где танчу? Вот я где танчу. Ты танчишь на позиции с ромбика моба и ближайшего к ромбику, к лестнице вот этого моба. Я бы взорвал бы тебе укладочку, Катрися. Второй на боссе, ваш первый на боссе. Ты стоишь... блять. Да, бьёшь. Бьёшь, да, помогаешь там. Пьяный, если чё, попрыгаешь там на босса. На боссе. На босса. Дает чё-то, короче, заебали. Я так понял, теперь мне моба, да, с лестницы гриппать? Да, сука, там хукмастер, там. Катрися, даун! Блять. Тихо, не орите, нахуй. Вообще-то это был не я. Кто с пуль раньше времени? Будь. Дай ГП ему. Сейчас я вам дам, нахуй. Вот мне надо хилить, я прям сейчас всё дам, нахуй. А, не обижайте. Аутисты. Тихо, блядь. Потом поругаемся. Слышишь, бетон? Контрольте. Блядь. Я Зози схватите. Я, конечно, все понимаю, но почему так много анонсеров, нахуй? Может, кто-то завалит там, я хуй знает, заебали. Пускай кто-то говорит, кто что-то важное говорит. Вот Холидринг, например. Остальные помалкивайте, нахуй, слишком дохуя базара, блять, мне одного хватает. Трэш. Пиздец. Контролем. Трэш 5 секунд. На двух лямах там стопайте примерно. После трэша будем переводить. Контроль 3 секунды, готовьтесь. Вот контролем людей. За контроль тебе призвано. Там сиджу. Переводите быстро босса. Давайте быстро переводим.
И сразу выйдет трэш. Сначала трэш, про босса забыли, только на пулы работают. Сначала трэш, вон убили в кружке. Все, появятся духи скоро. Начинаем бегать от духов. Вот духи зеленые, центр съебались. Кто хлопнет полтинник, у меня уже готово, блядь. Все, и вводим. Дальше опять центр. В центре центр появился, пошел на РДД. О, мудак за мной ходит. Между нами, вот он, дух идет в центр к вам ведете, прям в толпу. Трэш 5 секунд. Так кто-то убил. Это плохо контролит. Карбонара, Ресы, Амаунта, бидон вставал. На меня, сейчас дух ко мне. Дело Амаунта нахуй, кого ты ресаешь? Бидон вставал, юзай. Ты что нахуй? Я за духами смотрю. У кого есть духи? В очко эти духи, блядь. У Зози и Катриси БР. Зози. Трамба идет. Центр. Зози Ламанта ресы. Катриси контроль. Контроль, больше внимания обращайте. Спасибо, хэпала убили. Там уже, дебилы, блядь. С одной цапкой нахуй. Минус 5. Ложитесь. Spirits. Катриси в сову нахуй. Нихуя себе, блядь. Тебе нихуя себе. Падайте. Не рот ебал такую хуйню. Чтоб контроль давать. Так я так даю. А ты будешь еще лучше давать в сове. Ну хуй знает, ладно. Я в этом уверен. Призм, ты зачем раньше таймера с пулю? Это, ребята, старайтесь по своим-то не бить, но... Что он, блядь, 58к, 25к, блядь. Да там коты нахуй покусали весь рейд, блядь, подохли из-за котов. Магию тьмы там снимали, я что-то не посмотрел этот раунд. Не бафали. Катрися в контроле, нахуй, ваншот хэпала. Сейчас ты будешь совен. Какой ты жесткий. Блядь. Так, значит, Равис также квадраты. Катрися будешь треугольники, Мудфокс на луну переключаешься по контролям. Если в контроле совы, то по ним контроль играют Зози и этот, и Карбонара нахуй. Вот. Я всегда пытаюсь кого-то законтролить, не всегда проходит, резист срабатывает. Ясное дело нахуй. Ставлю рыбу. Пока с контролем будет такое говно нахуй, будет пизда нахуй, полная хуйня. С рыбу уйдите, я еще рофлить. На тебя ебал. Третий танец ебитесь, кто там? Ровист. Инту пристабаф разбафали.